Всем привет! Сегодня видео хочу показать и поделиться с вами о хваленой защите отверстий таких технологических в кузове автомобиля резиновые для того, чтобы оставался двигатель чистым. Это на Lada Kalina. Lada Kalina новая версия, вот, и Lada Kalina Cross. Вот покажу сейчас. Вот смотрите, хваленые вот эти вот резинки, где рулевые тяги, окна, вот такие большие окна, и вот они предполагаются их вот, вот такой резинкой дополнительно на саморезы закрывать, чтобы там отсек двигателя был чистый. И вот смотрите, что с ними происходит. То есть их разорвало нахрен, полностью их разорвало. И когда они новенькие, такие красивые, черненькие, латексные такие, гибкие. Здесь такая прорезь, и вот тут вот такие щеточки как бы из резины. И она одевается, и вот рулевые тяги как бы сквозь нее проходят. И вот с той стороны, смотрите, туда, да? Там тоже разорвало нахрен. Вот, это за один сезон всего лишь. Вот так вот. Хотел со всеми вот поделиться. Сейчас случайно заметил. Вот. Осталась только вот эта резиновая штучка. Вот рамочка. Вот. По краям чуть-чуть, а середку вот полностью, вот где резиновая бахромка как бы, да, на них, а их вот все хвалят, типа чистый двигатель будет, ни хрена. Здесь потому что стойка, вот она елозит вот с этой рулевой тягой на неровностях, и она во все, вот в этом окне, во все стороны вот эта вот рулевая рейка, ее вот так вот колбасит. Ну, в соответствии с конструктивом, а это дополнение как бы, да, вот оно в принципе здесь как бы, если и предназначено, то не из такого материала должно быть, вот, который крошится, который рушится. Покупал самые что ни на есть фирменные, да, допущенные АвтоВАЗом вот эти штуки. Производителя, к сожалению, не помню, но это в каком-то автомагазине дополнительные аксессуары официальные для Лады, для новейших Лад. Так что вот такой вот результат вот у этих вот прокладонов. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, все поняли и все теперь знают, что это такое. Всем пока.